Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас всех на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 19 января 2022 года. Мы, как всегда, начинать. Начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. И если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Держитесь подальше от скандалов и интриг, негативные эмоции сегодня будет труднее контролировать, чем обычно. Опасайтесь слишком резких высказываний и постарайтесь не участвовать в коллективных мероприятиях. Раздражение может привести к совершенно ненужным ссорам и скандалам. Лучше переключите энергию на то, что вам приятно и интересно, ну например, скажем, спорт или танцы. Это разрядит обстановку и поможет избежать крупных конфликтов. Любовный гороскоп для Овна. Хороший, однако, денек для смелых и рискованных поступков. Не стоит откладывать то, в чем сомневаетесь. Это принесет вам немало пользы и позволит быстрее растопить лед в сердце близкого вам человека. Не бойтесь бравировать, даже если не уверены в себе, это прибавит вам шарма. Во второй половине дня возможны неожиданные новости и происшествия, в которые вам придется вмешаться. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Не сидите в тени, вам будет трудно противостоять лени, но это просто необходимо. Неожиданные дела и перспективы могут существенно нарушить ваши планы, однако не отказывайтесь от дополнительной подработки или помощи другим. Это не раз пригодится вам в будущем. Проявите характер и настойчивость, возможно, то, на что вы рассчитывали, достанется вам, и все. Финансы. Денежные проблемы этого дня вполне решаемы, если вы проявите сообразительность. Не действуйте быстро и не принимайте решения под влиянием эмоций. Даже если все идет из рук вон плохо, соберитесь и тяните с решением, пока до конца не разберетесь в ситуации. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, кто-то намеренно вытягивает из вас денежки, поэтому в долг сегодня стоит давать только проверенным людям и ни в коем случае не поддавайтесь шантажу, связанному с денежками. Гороскоп здоровья для Овна. Некоторые болячки могут напомнить о себе неожиданно. День больше подходит для умственной работы, а не физической активности. Не переусердствуйте в спортивном зале, есть риск получить травму и надорваться. Хороший денек для ухода за кожей, ногтями и создания маникюра. Телец. Отношения с единомышленниками могут испортиться или принять неожиданный оборот, поэтому сегодня лучше ничего не планировать и заняться тем, что вы давно откладывали. Займитесь собой. Пройдитесь по магазинчикам и сделайте то, на что долго не решались. Это принесет неожиданную пользу. Для достижения успеха можно проявить инициативу, но в отношениях с теми, кто вам дорог, лучше сделать паузу и наблюдать, что будет дальше. Не самый лучший день для совместной коллективной работы или творчества. Любовный гороскоп для телец. Вмешательство в ваши дела неожиданно обернется для вас приятным оборотом. Предоставьте все случаю и не проявляйте инициативу, сегодня лучше довериться обстоятельствам. Некоторые люди помогут вам бесплатным советом или вы сами найдете в их поведении подсказку для себя. Смело делайте выводы и разрывайте отношения, если больше пользы от них нет никакой. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Возможно, неприятная ситуация из прошлого может снова о себе напомнить. Научитесь ждать, это поможет вам достичь поставленной цели сегодня. Начальство одобрит ваши планы и идеи, если вы озвучите их до обеда. В первой половине дня возможны сюрпризы и интересные предложения. Постарайтесь воспользоваться случаем. Финансовая сторона вопроса. Сегодня вам может потребоваться чужой совет или материальная поддержка. Не принимайте никаких решений, если сомневаетесь в их правильности. Начните действовать активно, только если уверены в себе. День благоприятен для практичных покупок или приобретения косметики, парфюмерии, одежды и прочих шмоток. Не стоит экономить на обуви и одежде, если давно собирались обновить гардероб. Во второй половине дня возможен приятный сюрпризец или неожиданное получение перевода или материальной помощи. Гороскоп здоровья для Тельца. Не перетруждайтесь и держитесь подальше от неприятных вам людишек. Сегодня ваше самочувствие будет полностью зависеть от психического состояния. Меньше нервничайте и не беритесь за то, что не получается сразу, иначе рискуете переоценить свои силы и получить нервный срыв. День благоприятен для расслабления, плавания, спокойного отдыха и чтения полезной литературы о здоровье.
Близнецы. Сбавьте обороты, но не расслабляйтесь. Информация, полученная сегодня, может оказаться полезной и пролить свет на то, что вас волнует. Избегайте суетливости. Поспешные действия ни к чему хорошему не приведут. Лучше займитесь решением текущих проблем и не беритесь ни за что новое без особой необходимости. Не упустите возможность отдохнуть во второй половинке дня. Размышления подтолкнут вас к неожиданному решению, а одиночество поможет завершить то, что не удалось раньше довести до конца. Любовный гороскоп для близнецов. Настройтесь на перемены. Сегодня вам придется проявить совершенно несвойственные качества и кардинально менять свое поведение. Некоторые люди и обстоятельства будут пытаться намеренно вас разозлить, но вопреки этому вы сумеете сохранить спокойствие. Воспользуйтесь своим обаянием. Сегодня у вас появится шанс проявить свои скрытые таланты и очаровать тех, кто вам не безразличен. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Проверяйте полученную информацию. Сегодня вы можете потерять бдительность и стать жертвой обмана. Но не раскрывайте себя. Держите недоверие в тайне и действуйте медленно, но решительно. Не лучший денек для обращения к начальству. Возможно, недовольство вашей работой. Лучше держаться в тени и не афишировать свои намерения или планы. Финансовая часть прогноза. Хороший денек для преобразования материальной стороны жизни. Если вы давно собирались сменить должность на более высокооплачиваемую, начать ремонт, строительство или откладывать на свою мечту, действуйте прямо сейчас. Хорошее время для открытия вкладов, дополнительной работы или начала коммерческой деятельности, не связанной с кредитами и долгами. Сегодня не стоит и давать денег в долг без крайней необходимости, и брать деньги и кредиты. Это может обернуться крупными неприятностями и крупными дырами вашей финансовой жизни. Гороскоп здоровья для близнецов. Вы легко справитесь со всеми делами и осуществите задуманное при одном условии, что вы воспользуетесь правильными средствами для ухода. Будьте осторожны с моющими средствами и косметикой, вероятны аллергические реакции и другие неприятные побочные эффекты. Лучше займитесь питанием, на пользу пойдут любые разгрузочные дни и диеты, особенно если вы давно хотели улучшить физическую форму. Рак. Непредсказуемый, но интересный денек. Вокруг вас будет происходить много событий, которые вы не сможете понять и которые внесут туманность и неопределенность в вашу жизнь. Доверяйте своей интуиции и проявите любознательность, особенно в том, что вам интереснее всего. Вам в голову могут прийти неожиданные идеи, но не спешите их реализовывать, иначе рискуете наделать много глупостей и крупных ошибок. Любовный гороскоп для рака. Проявите внимательность и любознательность. Сегодня вы можете узнать нечто новое, что полностью перевернет ваше сознание. Смело извлекайте уроки из событий, которые случатся именно сегодня. Можно планировать как примирение, так и расставание с партнером, если вы чувствуете, что отношения себя давно уже изжили и исчерпали. Ближе к вечеру ждите приятного известия или какого-нибудь нежного сюрприза. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сложный, но поистине интересный день. В первой половине дня возможны неожиданные визиты или сообщения, которых вы не ждали. Не планируйте на это время ничего ответственного. Ваши мысли будут витать где-то там, в облаках. Во второй половине дня ситуация стабилизируется, но вы можете пропустить важную информацию. Поэтому не слишком погружайтесь в мечты. Лучше займитесь сложными заданиями и делами. Ну и финансовая сторона вопроса, куда же без нее, дорогие мои. Неплохой денек для покупок, улучшающих ваш образ или внешность. Если вы давно мечтали обновить содержимое косметички или приобрести пару стильных гаджетов для автомобиля, действуйте. Стильные аксессуары подчеркнут вашу значимость и красоту, а милые, но непрактичные приобретения окажутся весьма кстати при условии, что вы не выходите за рамки своих финансовых возможностей. Деньги в долг лучше сегодня не занимать, а также сегодня подходящий денек для кредитов и финансовых сделок. Гороскоп здоровья для рака. Не экономьте на уходе за собой, отдыхе и приобретении лекарственных средств. То, что вы узнаете сегодня, может в будущем принести вам немало пользы, поэтому смело пробуйте все новое. Начинайте диеты или посетите косметический салон, а также спортивный зал. Избегайте острой и жирной пищи, вероятные проблемы с желудком и органами пищеварения. Лев.
Благоприятный, однако, денек для активного отдыха или смены места жительства. Любые перемены сегодня принесут вам успех, если вы уверены в правильности своих действий. Сегодня вы не только активны, но и достаточно разумны, поэтому самое время заняться решением вопросов, которые связаны с вашим карьерным ростом или переездом. Уже ближе к вечеру напомнит о себе неприятный человечек, однако на его поведение вы теперь посмотрите совершенно по-другому. Любовный гороскоп для Льва. Сегодня вы можете столкнуться со лживой информацией или неискренностью. Сохраняйте спокойствие, но действуйте быстро, если хотите сохранить свое достоинство. Несмотря на романтический настрой и щедрость души, вы будете скованы и подчинитесь обстоятельствам. Постарайтесь сами во всем разобраться. Интуиция вам подскажет, что надо делать далее. Гороскоп карьеры и финансов для Льва. Активизируйтесь, сегодня вам предстоит справиться с валом работы, однако вы не только легко все выдержите, но и попросите добавочки. Прекрасный денек для налаживания контактов с важными людьми и деловых поездок. Вы сможете произвести благоприятное впечатление и даже расширить свои горизонты. Не останавливайтесь на достигнутом и смело шагайте вперед, даже если недостаточно верите в себя. Ну и обязательно финансовая сторона прогноза. Неожиданность заставит вас не раз поменять свои планы. Сегодня придется потратить больше, чем планировали, возможно, поломки бытовой техники или вещей, которыми вы постоянно пользуетесь. Возможно, даже сломается кофемашина. Доверяйтесь только проверенным мастерам и не экономьте на их услугах. Поэтому позвольте быстро привести в порядок то, что вам надо. День хорош для наведения порядка в старых вещах и избавления от всего того, что вам не надо совершенно. Смело делитесь всем, что считаете лишним, с родными и друзьями. Гороскоп здоровья для Льва. Проблема, которая давно вас беспокоила, снова может напомнить о себе. Главные проблемы этого дня будут связаны с питанием и употреблением некачественных продуктов, поэтому следите за тем, что покупаете в магазинах, употребляйте только то, в чем уверены. День подходит для разгрузки и диеты, опасайтесь острой пищи и злоупотребления алкоголем. Хватит уже бухать. Дева. Хороший денек для того, чтобы начать все сначала. Если что-то не получилось с первой попытки, самое время повторить ее снова, но рассчитывайте только на собственные силы, окружающие вряд ли придут вам на помощь. День хорош для примирения с врагами, поиска новой работы или кардинальной смены деятельности. Ближе к вечеру появится возможность посетить увлекательные места или встретить человека, которого давно уже не видели. Любовный гороскоп для девы. Тайна, которую вы скрываете уже так давно, рискует неожиданно раскрыться. И не поверите, именно сегодня. Кроме того, ваши слова сегодня могут обернуться против вас, поэтому сдерживайте себя, особенно с посторонними людьми. Ближе к вечеру позвольте себе как следует расслабиться и отдохнуть. Можно отправиться в гости или посетить массовые мероприятия. Знакомство этого дня может быстро перерасти в романтическое чувство, а дальше уже в конкретную любовь. Гороскоп карьеры и финансов для девы. Займитесь сегодня собой. Вам лучше немножечко отвлечься от работы и побаловать себя чем-то приятным и интересным. Не требуйте от себя слишком многого, ваше внимание будет слишком поверхностным и рассеянным в этот день. Лучше отправиться на свидание или позволить себе приятную прогулку, если позволяет погода. Она поможет вам хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. Финансовая сторона прогноза. Благоприятный денек во всех отношениях. Проявите щедрость и не отказывайтесь от благотворительности. В будущем она принесет вам значительную пользу. Сегодня ваша интуиция обострится, и вы легко отличите мошенника и попрошайку от человека, которому действительно нужны деньги. Именно по этой причине проявите щедрость и не забудьте сделать приятный сюрприз тем, кто вам очень дорог, особенно близким, родственникам и детям. Гороскоп здоровья для девы. Ваше самочувствие сегодня будет полностью зависеть от настроения, поэтому не переусердствуйте в работе и избегайте неприятных людей, которые могут вывести вас из себя. Займитесь диетами, устройте разгрузочный денек и пересмотрите свое питание. Употребление соли сегодня вам лучше ограничить, а вот от сладостей не отказывайтесь, можно слопать пару конфеток. Весы. Ваша застенчивость и нерешительность могут стать главными препятствиями на пути к осуществлению ваших планов. Придется действовать через силу, если хотите получить желаемое и добиться успеха. Не стесняйтесь проявлять характер и идти напролом. Напористость принесет хорошие плоды во всем, что вы задумали. Проявите активность. Сегодня вам предоставится хорошая возможность проявить свои способности или завести романтическое знакомство, которое в будущем может полностью изменить вашу жизнь.
Любовный гороскоп для весов. Тяжелый денек во всех отношениях. Отрицательные эмоции сегодня будут зашкаливать больше обычного. Ничего не предпринимайте и воздержитесь от откровенности наедине. Уделите больше времени срочным делам и сдерживайте эмоции. Сегодня вы рискуете сорваться из-за пустяка и устроить скандал. Избегайте общения с родственниками, если они настроены к вам негативно. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Неожиданная догадка изменит ваши планы. Сегодня вы не только энергичны, но и проницательны. Поэтому прекрасно справитесь и с текущей работой, и с новыми заданиями. Не отказывайтесь от поездок и неформальных мероприятий. Сегодня они принесут вам не только радость, но и пользу. И не забывайте о тех, кто вам нравится. Это подскажет, в каком направлении вам стоит двигаться дальше. Финансы. Удача застанет вас неожиданно, поэтому приготовьтесь к сюрпризам. Возможно, что вы неожиданно найдете деньги, вам возвратят долг или сделают прибавку к зарплате. Не стоит отказываться от финансовой помощи. Она окажется весьма кстати и вашей ситуации тоже. Постарайтесь не покупать ничего лишнего. Повышается риск приобрести нечто, что вам совершенно не надо или просто-напросто поломано. Но вот устроить себе маленький праздник сегодня стоит, если вы давно собирались это сделать, но не было времени. Гороскоп здоровья для весов. Неблагоприятный, однако, денек для начала физических упражнений, активных занятий спортом. Сегодня ваш аппетит будет сильно повышен, поэтому вы сможете съесть очень много лишнего, если будете слишком усердно тренироваться. Лучше займитесь водными процедурами, плаванием и пейте больше воды. Восполнить дефицит энергии вам сегодня помогут свежие фрукты и фруктовые соки. Скорпион, отдохните. Проблемы и заботы очень утомили вас, поэтому сегодня вам потребуется расслабление. Займитесь собой или проведите время за тем, что вам приятно. Случайная фраза, услышанная по телевизору или радио, может пролить свет на решение проблемы, которая вас уже давненько волнует. Нежелательно планировать крупные дела или важные встречи. Сегодня вы будете не в той форме. Лучше уделить больше времени близким людям, детям, домашним животным или позвоните знакомому, которого давненько уже не слышали, а тем более не видели. Любовный гороскоп для Скорпиона. Сегодня вам захочется помечтать, побыть наедине с собой и угостить себя чем-то таким вкусненьким и калорийным. Не бойтесь смелых идей, неожиданное решение может совершенно изменить ваше мнение о человеке, который вам нравится. Верьте своим чувствам и интуициям, но не ограничивайте общение. Не самое лучшее время для серьезного разговора или предложения. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Велика вероятность обмана и действий со стороны других людей, которых вы точно не ожидали. Проявите самостоятельность. Некоторые решения придется принимать в одиночестве. Нежелательно планировать встречи. Вы будете слишком напряжены, как собеседники. Лучше заняться индивидуальной работой, проверить документацию и пересмотреть планы на будущее. Финансовая сторона прогноза. Проявите внимательность и осторожность с документами, если не хотите потерять денежки. Будьте внимательны за рулем. Повышается шанс штрафов, а в бизнесе налоговых проверок крайне нежелательно ввязываться в сомнительные мероприятия и совершать рискованные поступки. На этот раз фортуна будет не на вашей стороне и повернется к вам попой. Рассчитывайте только на свои силы. Только так вы избежите неприятностей, штрафов и проблем с официальными органами. Гороскоп здоровья для Скорпиона. Прекрасный денек для начала всего нового и необычного. Пользу принесут новые методы, которых вы и не знали раньше, поэтому не старайтесь задавать вопросы и пробовать то, что уже давно хотели. Единственное, что может навредить вам сегодня, лень и пассивность, поэтому занятия спортом сегодня лучше не откладывать. Стрелец. Сложный и противоречивый день. Сегодня вам потребуется немало усилий, чтобы не разболтать свой или чужой секретец. Общение может оказаться лишним, так как на вас навалится вал работы и неожиданностей. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно именно для вас. Удовольствие и развлечение благоразумнее будет отложить на несколько денечков. Сейчас настройтесь по-деловому, даже если не сможете с первого раза выполнить задание начальства или справиться с важной проблемой. Любовный гороскоп для Стрельца. Благоприятный денек для налаживания отношений и признания в любви. Даже если вы действительно в чем-то виноваты, то не стесняйтесь признать свои ошибки. Близкий человек простит вам даже самые серьезные поступки. На вашем горизонте объявится совершенно неожиданный, но приятный человек, увидеть которого вы уже точно сегодня и не ожидали. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Не спешите.
Прежде чем соглашаться на привлекательные предложения, стоит хорошенечко покумекать. День благоприятен для размышлений и индивидуальной работы, а не для коллективной деятельности. Возможно, непонимание и даже ссоры с единомышленниками и друзьями. Постарайтесь не отвечать на агрессию и уйти в тень, чтобы все хорошенечко обдумать. Ну а теперь финансы. Удачный денек для крупных покупок, финансовых вложений и трат. Если вы давно планировали открыть свое дело, действуйте смело и наберитесь терпения. Ваши замыслы вполне осуществимы, если вы заранее все продумали. Смело отправляйтесь за покупками, они принесут вам пользу, и ваше внимание окажется настолько острым, что вы не упустите никаких деталей. Смело давайте в долг близким людям или помогайте им материально. Они будут благодарны вам за это. Гороскоп здоровья для Стрельца. Сбавьте оборотики и как следует отдохните. Вашей энергии сегодня хватит только на повседневные обязанности и обычные дела. Не перестарайтесь в спортивном зале и прислушивайтесь внимательно к рекомендациям специалистов. Это поможет вам улучшить самочувствие и избежать ошибок в этот день. Новые методики оздоровления сегодня лучше не начинать без согласования с врачом. Да и даже с согласованием с врачом лучше не начинать. Козерог. Держитесь в тени и больше молчите. Некоторые ваши слова, особенно едкие замечания, в будущем обернутся против вас. Настройтесь на работу, могут появиться новые и неожиданные перспективы. Осуществляйте задуманное и не бойтесь браться сразу за несколько дел одновременно. Вы все успеете. Вечер лучше провести в приятной обстановке или напроситься в гости к человеку, которого давненько собирались повидать. Любовный гороскоп для Козерога. Сбавьте-ка, мои хорошие, обороты и оглянитесь вокруг. Наверняка на ваши советы и слова окружающие реагируют совсем не так, как вы полагаете. Возможно, временное ухудшение отношений с партнером, непонимание и холодность, поэтому сегодня ничего серьезного или романтического лучше не планировать. Отдохните, завершите начатые дела и займитесь тем, что давно откладывали в долгий ящик. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Хороший денек, спокойный и приятный. Энергии хватит на то, чтобы справиться с любыми делами и заняться тем, что вам действительно интересно. Не отказывайтесь от чашечки кофе и посиделок. Там вы сможете отдохнуть и узнать много нового и интересного для себя. Доверьтесь интуиции. Сегодня вы сможете предугадать будущее. Финансовая сторона прогноза. Берегитесь излишеств в этот день. Они чреваты весьма неприятными последствиями и могут больно ударить не только по кошельку, но и по хорошему самочувствию. День хорош для обращения в медицинские учреждения, покупок ценных вещей и транспортных средств, если вы давно их уже планировали. Можете давать в долг тем, кому доверяете, если речь не идет о слишком крупных суммах. Но крайне нежелательно брать кредиты, особенно ипотеку. Останетесь без сбережений вообще, да и без хаты, скорее всего, тоже. Гороскоп здоровья для Козерога. Благоприятный денек для любых начинаний. Энергии у вас сегодня хватит на все, при условии, что вы проявите осторожность с режущими и острыми предметами. Не заколите себя и не порежетесь нафиг. Сдерживайте обороты, если кто-то намеренно выводит вас из себя. Обратитесь к специалисту, если сомневаетесь в правильности своего мнения, и некоторые люди могут внести сумятицу в вашу жизнь. Водолей. Неожиданность нарушит ваши планы, однако силы и решительности хватит, чтобы довести до конца все, что вы задумали. Смело планируйте новые встречи, но не забывайте о старых знакомых. Общение с ними поможет принести вам пользу и удовлетворение одновременно. День хорош для развлекательных мероприятий, походов в гости или встреч с единомышленниками. Опасайтесь переедания, это вряд ли улучшит ваше настроение и самочувствие. Любовный гороскоп для Водолея. Проблема, которую вы считали решенной, может снова напомнить о себе. Ждите неприятности от женщины, не верьте сплетням и слухам, постарайтесь проверить любой источник информации. В первой половине дня вероятны ссоры и обиды, во второй вы сможете найти нужные слова, если не наделаете глупостей в первой. Следите за своим базаром, как говорится. Сегодня вы переборщите с критичностью и язвительностью и можете за это получить втык. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. День сложится удачно, если вы проявите свои лучшие качества характера. Некоторые вопросы могут потребовать вашего вмешательства, поэтому ничего сложного на сегодня не планируйте. Не стоит отказываться от дополнительной подработки. Энергии у вас хватит на несколько человек. Опасайтесь красивых предложений. Они могут оказаться весьма сомнительными или обернуться неожиданными неприятностями. Финансовая сторона прогноза. Возможно, финансовые потери разочарованы, особенно в крупных покупках. День больше подходит для размышлений
ничем для действий. Сегодня возможны неожиданные траты или сюрпризы, ради которых придется раскошелиться на хорошую одежду, обувь и аксессуары. Не экономьте на качестве, особенно одежды. Если вы давно хотели обновить свой гардеробец, самое время действовать. Даже ради этого не грех занять небольшую сумму у знакомых. Гороскоп здоровья для Водолея. Сегодня очень хороший день. Ваше самочувствие будет прекрасным, и вы ощутите небывалый прилив сил, но это не значит, что надо совершать легкомысленные поступки. Основная опасность дня будет связана с легкомысленными знакомствами и злоупотреблением алкогольными напитками. Проявите осторожность и за рулем. Рыбы. Ваше настроение сегодня будет мечтательным и романтичным. Игривость будет замечена окружающими, так что не пытайтесь скрывать от них своих чувств. Ответственные задумки и дела сегодня лучше не планировать. Сегодня вы не настолько собраны, чтобы не наделать ошибок и недочетов. Свободное время посвятите дружескому общению или новым знакомым. Некоторые из них окажутся весьма заманчивыми, но не стоит возлагать на них большие надежды. Любовный гороскоп для рыб. Этот денек для вас будет ярким, позитивным и многообещающим. Наконец-то проявится возможность побаловать себя и любимого человека приятным сюрпризом или заняться тем, на что раньше просто не хватало времени. Но остерегайтесь сказать что-то лишнее, если не хотите сами испортить себе приятный романтический вечер. Ваши слова могут обернуться против вас совершенно неожиданно. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Удачный, однако, денек, особенно если хотите осуществить то, что давно запланировали. Некоторые обстоятельства откроют вам новые перспективы и горизонты, поэтому не углубляйтесь только в работу. Вокруг вас будет происходить сегодня много интересного. Прислушайтесь к чужим советам. Они могут оказаться важными подсказками. Ваша интуиция обострится, и вы легко распознаете обман и нечестность, если она вокруг вас есть. Финансовая сторона прогноза. Не мелочитесь. Побалуйте приятными подарками и сюрпризами тех, кто рядом. На этот раз ваше внимание не останется незамеченным. А вот крупные покупки отложите. Сегодня вы вряд ли не пожалеете, если приобретете что-то значимое и крупное. Займитесь финансовым планированием и пересмотрите перспективы. Скорее всего, вам придется подкорректировать свои жизненные планы, чтобы в будущем извлечь максимум пользы из своей деятельности. За финансовой помощью сегодня лучше никому не обращаться, запомните это. Гороскоп здоровья для рыб. Прекрасный день для начала чего-то новенького, например, косметических процедур, посещения салона красоты или комплекса упражнений для похудения. Хорошо делать разгрузочный денек, маски для волос и кожи. Избегайте сквозняков и следите за одеждой. Велика вероятность простуды и обострения хронических заболеваний. Так-то. Ну вот вроде бы и весь прогноз, мои хорошие. Хочу поблагодарить вас за внимание, за ваши комментарии, лайки и поддержку в целом. И хочу пожелать вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.